Это не черри, похоже. Это, наверное, что-то другое. Нет, я не разбираюсь очень сильно в цветах. Единственное, то, что это красота, и то, что это очень рано зацвело здесь дерево. Сейчас хочу вам показать дом, который стоит больше 2 миллионов фунтов стерлингов. И я обязательно заостряю на нем ваше внимание. И мы с вами, гуляя уже много где, много видели красивых домов английских и красивых палисадничков. Но вот этот дом, я вам его сейчас конкретно покажу. Он опять настолько красивой и необычной архитектуры, что я вот потратила специально несколько минут, чтобы вам его опять вокруг показать. Вы знаете, сейчас будем смотреть, и вы поймете мой восторг. И потом опять интересно то, что этот дом, он находится, ну, в Райде, не в самом центре, но недалеко от центра Райда. Такая жемчужина. Итак, смотрим, мне, друзья. Мне, конечно, вот именно нравятся вот такие дома. Просто потрясающий дом. Посмотрите, какой он шикарный. Посмотрите, на каком он месте расположен. Здесь шумно. К сожалению, здесь он на таком высоком открытом холме. И поэтому ветер будет дуть. Но все равно вам хочу его показать. Посмотрите, какой он колоритный. Мне сразу вспоминается, вы знаете, какие-то сказки Андерсона. Посмотрите, какой красивый этот дом. Это я прохожу. Он стоит на углу. И я иду вдоль. И вам его хочу весь показать. Он заслуживает того, чтобы я его вам отдельно сняла. Вот такая у него перед домом лужайка. И вот так вот он смотрится с другой стороны. Ну, друзья, фантастика. Фантастический дом. Не зря я пошла вам его показать поближе. Я думаю, что вы не пожалеете. Я, кстати, даже входила много раз мимо, но я почему-то его не очень замечала. Иногда вот глаз замыливается, и не видишь вот таких великолепных домов. Но он, конечно, тут закрыт кустами от центральной дороги. Но как тут все у него сделано, сколько всяких красивых стоит мраморных, каменных статуй в саду. И деревья красивые вокруг. И почему я его не видела никогда, проезжая по этой дороге? Потому что, посмотрите, он как закрыт. Он закрыт таким кустарником. Серьезным, плотным. И как-то проезжаешь, не будешь же ты поворачивать голову и рассматривать. А он здесь вот, пожалуйста, притаился за кустами. И он очень большой. Вот дальше там, видите, еще стоят два таких домика. Это все один и тот же дом. Туда дальше, дальше, дальше. Очень красивый и очень дорогой дом. Этот дом стоит несколько миллионов фунтов стерлингов. Буду вам показывать красивые дома опять. Кошаки вот такие бегают у нас. Кошаки все домашние. Кошаки все местные, поэтому они уже здесь все знают, но не любят к чужим подходить. И правильно, в принципе, делают кошаки, потому что коронавирус, говорят, переносится не только от людей к людям, но и от животных также. А вообще, вы знаете,
Сейчас говорят, что так до сих пор же и не знают, именно каким путем переносится этот вирус. Я все об одном и том же. Кто о чем, а я все о том. Посмотрите, какая красавица белая черри уже расцвела у нас. Просто загляденье. Я опять остановила машину специально показать вам эту красоту. Сегодня у нас 21 марта. А вообще, по-моему, это даже не черри. Я даже не знаю, это не черри, похоже. Это, наверное, что-то другое. Нет, я не разбираюсь очень сильно в цветах. Единственное, то, что это красота, и то, что это очень рано зацвело здесь дерево. Поэтому хочу показать эту всю красоту для вас. Огромное дерево у людей перед домом. И дом красивый тоже. А здесь рядом еще один красивейший домик. И здесь магнолия цветет. Магнолия у нас уже практически отцветает. Она опадает постепенно. А там еще и пальмы у людей. И красивый куст камелии. Ну и буду вам показывать эту красоту. И хочу рассказать вам, вы знаете, интересная история опять. Я выложила несколько видео по поводу коронавируса. И вы знаете, YouTube почему-то не позволяет распространять информацию о коронавирусе. И мне эти два видео не заблокировали, но они запретили их рекламировать. Ну, то есть, вот они ограничивают всех ютуберов, которые рассказывают о чем-либо, связанном с коронавирусом. Странное дело, у нас ведь вроде нет никакой цензуры, и как будто бы свобода слова. И на ютубе также говорили, что надо все рассказывать правдивую информацию. И тем не менее, сами эту информацию не хотят распространять. Не знаю, правы они или нет, но это не только на моем канале. Вот запрещают и стараются, чтобы ютуберы не показывали, что у них происходит в магазинах, что у них происходит по поводу коронавируса. Это довольно странно, но я слышала это от многих ютуберов, от многих блогеров, что им тоже запрещают показывать видео о коронавирусе. Поэтому я вам немного информации даю внизу, просто в описании, что происходит. Но видео, наверное, больше снимать я о коронавирусе не буду. Хотя ситуация в Великобритании на сегодняшний день, 21 марта, уже 3893 человека заболели и 177 умерли. Это согласно официальной статистике. На их официальном сайте вывешены такие последние новости. Ну а на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя, пожалуйста. Пока-пока.